Дорогие друзья, добрый день. Хотела показать, как у нас утки собрались вокруг яйца. Я яйца-то собираю. Сейчас будем закрывать здесь. Подкинула манишку яйцо. Все собрались около этого яйца. Грубо. Вон смотрят на это яйцо. Одна вообще залезла в гнездо. Серая. Интересно, все так повели. Увидели яйцо и сразу побежали к гнезду. Скопом встали все утки. Одна вообще залезла, вон серая. Я так думаю, сядет. Сейчас буду утеплять. Немножко закрывать, а то не летают, лампы бьют. Сейчас просто сверху здесь положу доски. А муж придет, будем делать, утеплять как следует. У нас обещают 6-7 числа минус 32 градуса. Даже в интернете передали экстренное сообщение, что быть повнимательнее в такую погоду. Так что вот, надо срочно утеплять. Видите, она залезла. Я туда положила яйцо. Ну, посмотрим, что вечером будет. Все, на этом заканчиваю. Надо дело делать. Спасибо за внимание.